Всем доброе утро, друзья. Садимся мы завтракать, вот такие заспанные. Только встали, Лена уже Сонечку вывела на улицу. Но вот как с дачи приехали, она ни разу нигде не нагадила. Может, уже выросла, да что-то соображает мозгом своим маленьким, да? Дай бог, чтоб не гадила. У папочки бутерброд с колбасой, у меня яйца жареные, 2 штучки пожарила. У Лены картофан с колбасой и огурцами, а я у тебя картошки немножко свистну, хорошо? И чаек, вот такой завтрак у нас. Садимся кушать. Леночка пошла на улицу гулять, поубирала в комнате у себя. Папочка пошел на речку искупаться, хотя у нас прохладно. Как раз придет, скажет, какая вода. Надо будет. Я в этом году в речке еще ни разу не купалась. Ну, только ножки мочила один раз. Надо уже сезон открывать. Узнаю, какая вода, да может на днях съездить. А я сейчас займусь плиту. Засрала плиту. Надо чистить. Сейчас возьму чистящее и буду драить плитку. Вот и все, ребятки. 5 минут. Плитка помыта чисто. И помыла вот эту вот плитку настенную, фартук. И все. Так, да, стирка у меня стирается, загрузила. Будет 2 стирки. Сегодня с дачи попривозили белье и одежду. Сейчас загрузила черную стирку. Следующая будет белая стирка. И сейчас занимаюсь, заметаю, мою полы, потому что тут собаки, кошки, конечно, устроили бедлам. Накрошили, насорили. Сейчас буду убирать. Суп насыпала им, чуть поели, больше не хотят. Вот видите, сколько мусора они создают, животные. Между завтраком и обедом у меня перекус в виде вот такого грейпфрута. Не знаю, съем ли целый, может быть половинку. Сейчас почищу и решу. Такой вот перекус. На кухне позаметала, полы еще не мыла. Занимаюсь протиранием шкафчиков. Потому что все залапано чуть-чуть. Так, не генерально, а чуть-чуть, где видно. Где видно, там и мою, короче. Животные бы приходили, и Ласа, и Сонька. Пришли мне тут насвинячить или что? Мою я вот такой штучкой, обычной для стекол. Вот так вот пшикаю. Фу-фу, не надо, Сонечка. Вот так вот пшикаю и вот так вот протираю. Натираю ручки. Ручки потом еще полотенцем сухим протираю. Либо бумажным полотенцем можно натереть. И вот так вот все это дело протираю. Шкафчики. Ну, верхние тоже надо, но я не буду их протирать, там не видно пятен. Но я шучу, потом как-нибудь. Я постепенно, чтобы не сразу себя загружать. А вот так вот по чуть-чуть. Помаленьку. Холодильник тоже весь, вот, видите, залапанный. Тоже этой же штучкой протираю для стекол. Не, хотя для дерева есть, конечно, всякие полироли, вот это вот. Ну, я не заморачиваюсь, можно, в принципе, и вообще влажной тряпкой протереть. Они же, ну, внизу тут, ну, не жирные, то есть ни жира, ничего нету. Короче, вот так вот я их протираю. Ну, ручки, конечно, залапанные больше всего. Потому что то и дело, что ты готовишь, там грязной рукой цепляешься за них. Вот так вот протираю все шкафчики. Мы всей семьей обедать. Папочка захотел свою любимую консерву, кильку в томате. Господарочка, по-моему, фирма, которую мы уже показывали. Да, хорошая консерва. Классная, да. На данный момент самая лучшая. Ну, из тех, что мы пробовали. С Леной мы супчик кушаем. И утром она не доела едок. Колбасу свою с картошкой я прям в микроволновке разогрела, и колбаска прям так поджарилась. Она будет так еще вкуснее, мне кажется. Хлеб, печенье, мы лугу будем с супчиком кушать обязательно. Употребляем лук, витамины и чай. Все, такой вот у нас вкусный обед. Ну, ребятки, отдохнули после обеда, потом закончили с папочкой уборку. Он помог пропылесосить во всех комнатах. Теперь пора готовить и ужин. На ужин решила приготовить вот такой вот крупу, крупа пшеничная Артек, она идет вот в таких вот пакетиках, очень удобно, но здесь нужно воду сначала закипятить, а потом вложить туда пакетик, крышечка накрыть и 25-30 минут варить, и все, потом с пакетика ее высыпаешь, и кашка готова, рассыпчатая, вкусная получается. И запеку в духовке в рукаве куриные ножки, 6 штучек у меня здесь, я их разморозила в микроволновке по-быстрому. Сейчас замариную немножко, буквально на минут 15-20, и все, и в духовочку. И может еще какую-то подливку сделаю. Водичку уже поставила на кашку, так что такой вот ужин будет.
между обедом и ужином у меня перекус в виде одного яблока. Курочку замариновала, вот так вот запаковала в рукавчик, как раз 6 штучек на мой маленький плетенечек. Классно влазит. Кашка уже варится, ну, она, правда, кипит только 10 минут, накрыла крышечкой. И иногда пакетик просто переворачиваю, чтобы проварилось с каждой стороны, потому что он так всплывает. Вот. Все, отправляю в духовочку курочку. Ласка. О, перестала. Ласка играет с игрушкой. Это Лена скрутила вата и пакет где-то там в интернете, что ли, увидела такие игрушки. Там вата внутри. На, 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 играй. Только что так прикольно играла. Играй, играй. Всегда. Только включишь камеру, она все уже. Я тут и готовлюсь, за животными наблюдаю. Лена все еще на улице гуляет. Ужин почти готов. Курочка дожаривается в духовке, дозапекается. Все, не хочешь играть? Нет, не хочет. Хм. Вот у меня уже готова и подливка. На канале у меня есть рецептик, как я делаю. Так делала моя бабушка. Такой советский способ. Подливка. Короче, лук, морковка жарится. Добавляется мука, немножко с ней пережаривается. Потом томатная паста водичкой заливается. И можно добавить приправы. Можно зелень добавить тоже. Я добавляю приправу для шашлыка, конечно же, куда я без нее. Такая получается подливка. Морковка, она мелкой терки потерта. Сейчас проварится еще буквально минут 5. И переливаю в маленькую такую кастрюлечку, мне есть удобная. И все, и кашке будет такая подливка. Очень прикольная и вкусная. Все, вкусняшка готова. Вот кашка и подливка. Вот такая вот красота. Сонечка кисю мучает. Пришла с прогулки довольная. Я голодная. Сейчас будешь кушать? Свои эмоции выплескивает на кисе. Соня, ну что ты? Лена, у тебя ноги грязные, я Лена. Знаю. На роликах Лена сегодня каталась. И что, скажи мне, жарко в роликах? Да. Жарко. Конечно. Я так и думала. Так, что-то уже стащила. Кушать будешь? Я. Да. Она пришла. Как она пришла? Довольная? Богами. А, довольная. А я голодная. Да, все. Проголодавшаяся Лена садится кушать. И сразу огурец. Я это любимая сказала. Вещь, да? Не вещь, вернее, продукт. Огурец. Такой ужин, кашка и курочка. Нравится тебе такой ужин? Ну все, кушай. Приятного аппетита. Спасибо. Много соли не ешь. Теперь мы с папочкой садимся ужинать. Такой мощный у нас ужин. Даже не знаю, съедим мы по тарелке или нет. Что-то я дофига наложила. Да? Да. Как будто этим самым каким-то. Кому? Хотел сказать великан, великаном. Во. Наверное, не съедим. Огурчики, хлеб. И чаек. У меня, кстати, закончился фруктовый чай. Ну, завтра уже. Я сегодня целый день никуда вообще не выходила. Ты хоть ходил куда-то за хлебушком там, ну, да? Конечно, да? И Лена гуляла. Я вообще дома просидела, отдыхала, как сыч. Мать. Да. Я, не, ну как, в квартире мы выбирали сегодня, ну, такое. Да. По магазинам не ходила, но уже надо, потому что и картошка закончилась, и чай вон мой закончился. Такой по мелочи, но все равно подкупить надо. И сахарок. Попылесосили везде, убрали. Да, я уже говорила. У нас сегодня день уборки был. Да, нормально все. Ты что, Лена, добавку? Нет, наелась. А что ты хочешь? Спатки не хочешь еще? А что ты ключ не снимаешь с этого, с шеи? Снимаю уже, понавешивала, как сорока. Бусов, бусов. Все, садимся мы кушать, посмотрим программу «Вещдок». Я поняла, зачем ты пришла за огурцами. Да? Так, вот такой вот у нас ужин. Так прошел, ребятки, наш день. Такое у нас меню. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока! У меня такой помады никогда в жизни не было. Я накрашу, положу. Этот цвет соответствует в точности цвету помады на бокале. Судя по отпечатку, пили либо вот так, либо здесь был Стив Тайлер. Another star, you fade away.